Всем привет, с вами Дурманин Дрин, сразу же продолжаем дальше Metal Gear. Сейчас нам нужно какую-то японскую городовую стражу уничтожить. Японский сад. В японской-то игре, господи. Может, они имели в виду тогда не Гарден, а Гаден? Типа сад, а не стража. Видимо, они все-таки имели в виду сад. Потому что от стражи тут один мусор для себя. Раньше они когда-то еще были угрозой для меня. Но никогда я получил эту шикарную штуку. Кстати. Ой. Я хочу вернуться на чекпоинт и наконец-то взять себе Саи и посмотреть их. Думаю, мы недалеко вернемся, очень близко тут. Так. Уникальное оружие. Вот Саи. Эквип. Все. Экипировали. Все, можем продолжать. Сейчас где-то около сада, я думаю. Да, вот сад. А вот и они. Интересное оружие, давайте проверим его. О! О как! В одной руке Сай, в другой меч. Ох как! Два сразу, по-моему, схватил. А с Саями полезно играться. Ну, блин, не попал. Да, непривычно после посоха то с Саями быть. И мне удар в спину нанесли. И даже продолжают наносить. Забираем. В принципе, можно быстро с трэшем разбираться, если толково играть. Так, БМП. Что-то там. Отлично. Забрать я все-таки успел. Вот она выпала, я ее забираю. Это, конечно, не столько, сколько за добивание, но все же. Хоть сколько-то за эти Саи. Честно говоря, не так себе оружие. Как минимум добивание из него не часто получается делать. Хотя я думал, что будет хорошее. Ладно, давайте с ними хотя бы попробуем поиграться. Для одиночных целей я не самое то. Но посох пока что остается лучше. Что ж ты такой-то? Давай. О! Вот, руку его забрали. Что, ты продолжишь со мной сражаться? Неужели ты правда такой смелый? Ну, давай. Что, уже не такой смелый? Давайте вот так вот себе немного восстановим свой уровень энергии. А уже потом займемся его телом и заберем все-таки ячейку внутри него. У него уже просто жалкие потуги. Все. Не справился ты со мной, как и все. И как всегда. Ранг Б. Неплохо. Зондацу целых три. Вот, благодаря этой штуке можно очень много зондацу делать. Я не буду отходить тебя. Давай вот так вот тебя покончим. По-моему, тебя никто не слышит, и тебе никто не поможет. Отлично. Его позвоночник достался мне. Чувствую себя скорпионом, когда забираю их позвоночники. Давайте как-нибудь так их обойдем.
кстати, вот горилла. Ее только так нужно. Хорошо, что я сюда забежал, иначе бы она меня заметила, и там бы было мутузово. Так, кто-то там внизу. Вот так вот. Ну ладно, заметил. Возьми с полки пирожок. Так, достали. Так. Жалко, но гориллу я почти добил. Хорошими болтами она стреляет, правда. Надо продолжать наседать на них. Я ослабляю свои хватки. Опа! Опа, что творит? Обезьянка-то сильная. Давай еще задаться. Так, это не зондацу уже. Блин, горилла опять прыгает. Она очень мешает. Блин, у меня здоровье все меньше и меньше становится с этими аптечками. Я слишком оказываливаюсь с ними. Все, горилла тоже уничтожена. Ну все. Готовься с зондацу. Весьма легко с ним разбираюсь. Но без посоха все равно не то. Посох был основным для меня оружием. А теперь я, можно сказать, пересел на другой наркотик. Тут, по-моему, разрушать дверь с помощью зондацу нужно. Сейчас проверим, может, у другой обходной путь есть. Ага, есть по фонарикам. По-моему, по фонарикам. Или все-таки нет? Давайте, как тут? По-моему, не сюда. Неужели все-таки поверх? Ну, по-моему, да, по фонарикам нужно. Ага, точно по фонарикам. Блин, упал. Тут, конечно, прыгать сложнее, чем в каком-нибудь оказуальном Assassin's Creed, где прыжки выполняются с помощью двух кнопок. Но слишком тяжелыми их не назовешь. Тут надо просто приноровиться к этой системе прыжков. Давайте заберем на всякий случай это БП, эту шестереночку. И давайте постараемся все-таки нормально прыгнуть. Ну что ж ты будешь делать? Акробатика в игре ужасная. Возможно, это просто порт ужасный. Да, думал скоротать путь, придется опять бежать обратно. Могли сделать что-нибудь легче по фонарикам. По-моему, босса убивать легче, чем прыгать по этим фонарикам. Можно без шифта пропрыгать. Да, без шифта получилось. Проходим дальше. No worries. Actually, I should thank you. What are you talking about? If it wasn't for you, I wouldn't have gotten Jack back. Then that is your true nature. More or less. Still interested? I find no reason to alter my objectives. From the moment we met, you have acted on emotional urges. You speak of protecting those weaker than you. Such people number in the billions. It is impossible. You cannot save every human being in the world. You cannot save every street child. After extended observation, I have come to a conclusion. Your actions are rooted in affinity for those from similar circumstances as yours. Huh. Guess so. Not much of a superhero after all, huh? However, your emotional status is understandable. Perhaps I share this same affinity. Well, if that's what you feel, I'm glad to have you along.
Roger. You can reach the server room via the freight elevator just ahead. Наплевать. Эджик потрошитель меня не канает. Элеватор. Опа, чуть не запалил. Я тут так явно бежал. Значит, сейчас будем на элеваторе кататься. Ну ладно. Проходи уже быстрее, толстый. Мне тебя еще убить нужно. Ха, ты решил остановиться прямо передо мной. Ну ладно. Кстати, он правда толстый. У него кувалда еще сзади. Если он нас заметит, придется помутузиться с ним какое-то время, но он нас не замечает. Отлично. Все-таки мы выполнили добивание, причем еще и на кувалде. Так, там какой-то новый противник, по-моему. А, нет, старые. Минус еще один. И еще один в минусе. Слабаки. С Джеком-потрошителем вы никогда не справитесь. С ним никто не справится, он ужасающая личность. Все, сейчас мы его призываем. Сюда доедут противники, и мы их мутухаем. А, нет, мы едем именно сразу на элеваторе. Они уж сами придут. Так, давайте попробуем кого-нибудь добить хотя бы. Ха, чертов с два опять. Они слишком низко, я не могу до них достать. Ну блин, не достал я до его тела. О боже. Я опять рачу. По-моему, S не надо нажимать. Ну-ка попробуем без S-ки нажимать. Может, если мы ее не будем нажимать, у нас получится наконец-то что-то. Эй, у нас две хилки сняли за один бой. Что я за рак? Забираем. Сейчас бы с помощью Джека-потрошителя его бы. Хотя, тут коровки. Видимо, придется его использовать. Ну, блин! Меня это бесит. Потому что столько здоровья потерял. А вот сейчас был великолепный шанс убить хотя бы одну из них. О! Хотя бы одну я заманил ко мне. Сейчас сделаю изондацию и восстановлюсь. И опять я потерял хилку. Ну что за зверство? Что за зверство? Надо возвращать, короче, посох. С этим невозможно пройти. Честно говорю, он сай и так себе оружие. С посохом я бы такого не допускал. О боже, еще и на меня набежала корова. Давайте уничтожать их, пока можно. Так. И все равно меня убивают. Когда же вы уже будете доступны для убийства? Наконец-то. Это не убийство, но хоть что-то. Наконец-то. Титул. Нет, к титулу нам не нужно возвращаться. Как раз нас убили, я поменяю на нормальное оружие себе. Потому что это реально невозможный бред. Честно говорю вам, с Саями невозможно играть. Это ужасное оружие. Для одиночных целей может быть оно и хорошо. Для слабых целей тоже. Но не для нормальных. Для нормальных оно ужасно. Нет, оба нельзя одновременно взять.
О, можно урон повышенный как раз взять. Отлично. Будем прокачивать эти оружия, нужные нам, до конца. Можно было бы костюм Фокса купить, но я сейчас постараюсь накопить как можно больше ресурсов, чтобы купить меч Фокса. Наконец-то нормальное оружие. Наконец-то, это намного лучше сайя. Если вам дадут сайя, никогда не будете, говорю вам, люди. Это лишь обман, что они хороши. На самом деле они ужасны. А этих можно даже скинуть отсюда. Вот. Нет, их скинуть нельзя, тут закрытая зона. Ну ладно, хотя бы добьем их. Вот, минус 2, без потерь абсолютно. Вот, видите? Или так. Или я теряю много хп, или я побеждаю практически без потерь. Отлично. Все-таки я помог. Я смог увернуться от коровы. Не знаю как, но смог. Отлично. Продолжаем творить беспредел. Минус еще одна корова. В мою копилку. Осталась еще одна. Такая вредная, противная. Можно было бы ее с помощью Reaper мода уничтожить, но как-то это не очень. Все время этот читерный мод использовать. Вот зря я прервал сейчас этот момент. Я мог ее мгновенно убить. Кстати, отойдем. Пусть она к нам наступает. О, давай, беги. Блин, и камера отвернулась в самый неудачный момент. Камера, ты бредовая, честно. Все, урон я нанес. Да, достаточно эффективно я использую джек-мод. Все. Я думаю, это все. Если что, урон встанет. Да? Великолепно. Б. Ранг Б. Вот как надо играть. Hit the upper floors. Доберись до верхних этажей. Другая платформа. Вторжение. Ну ладно, давайте разберемся с ними. Ерундовые юниты. Они умеют только что стоять за щитом, а когда он разрушается, становятся обычными головорезами, которых легко убить. Еще забираем. А с этим так поступаем. Так, зря я сделал так рано. Я просто не попал. Ладно, давайте сначала разберемся с этим наемником, а уже потом с раптором. Хотя с наемником, по-моему, уже все кончилось. А вот с раптором еще нет. До уничтожения раптора нам еще далеко. Хотя можно Reaper мод использовать, когда его получится достаточно легко убить. Блин, какой же он все-таки противный. Этот раптор. Давайте сейчас добьем его все-таки до состояния. Вот. О! Хм. Что творим? Мы восхитительны. Мы неостановимы, мы неразделимы. Наш путь нельзя. И опять эти пиратские версии Блейд Вулфа. Черт знает, что Вулф называется. Что реально, черт знает, что из чего они сделаны. Не сделаны, конечно, по основе Блейд Вулфа, это я так понимаю, но они абсолютно хилые. Или Блейд Вулф, что мне давал даже в своем старом моде. Или они что наносят мне. Слабаки. Давайте уж нападайте тогда шустрее вдвоем. Иначе это неинтересно. Вот. Молодец, что начал делать. Хвалю, а ты все равно убьешь. Из-за того, что я тебя похвалил, ты не выживешь, не думай. Опа. Все. И так стоим спиной к нему, отзывается. Пафос превозмогает. И опять Б, к сожалению. У меня все на Б. Так, на среднячок. РПГ. Не зря эта колонна стояла там. Это бочка. Скорее, даже не колонна. Не зря, в общем, она стояла.
Берем. Уничтожим. Осторожно. А, нужно на этот перебираться. Да, на соседний нужно. Эти мешают. Если их не уничтожить, то наша платформа замедлится, и вражеская уедет, и мы взорвемся на этой. Не пускать их в блоку элеватора. Но легко сказать, чем сделать. Так, пока он опустился, мы прыгаем сюда. Успели все-таки. А я думал, мы все-таки взорвемся. Слабаки. Нет дамага. С. Легкое задание, когда у тебя копье есть. Или шест, как правильно назвать. О, опять молотобоец. Ну-ка, давайте-ка птицу. Отлично. С птиц кое-что забрали. Мне нужно они тут в качестве отхила, наверное. А вот здесь не отхилялись. Опа! Целых две гориллы. Весело. Веселый будет стоит. Давайте, давайте, давайте. Отлично. По-моему, только одна горилла осталась. Даже молотометчика нашего. Молотобойца мы все равно задели. И он пострадал. Не попал, не попал. Дурашка. По-моему, ему конец. Горилла, конечно, прикольный юнит, но... На таком этапе игры он уже становится слаб. Отрубим ему руки, чтобы не мешался. Так, он еще жив. Ясно. Разрубил. No kills. S. В смысле no kills? Ни одного убийства или как? Не понял. Ну и ладно. Может тут что-нибудь есть? Нет, тут ничего нету, только зеленый фонарик. Ну ладно, на этом я, пожалуй, тоже часть уже закончу. Увидимся в следующей. Всем спасибо за просмотр. Смотрите следующие серии, предыдущие. Всем спасибо, удачи, пока. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте.